Больше никогда. День памяти и примирения сегодня в Украине и во всем мире. 8 мая 1945 года в Берлине был подписан акт безоговорочной капитуляции нацистской Германии. В Украине этот день появился в официальном календаре совсем недавно. Верховная Рада утвердила его лишь 2 года назад. Символ его – красный мак. Сегодня и завтра почести воздают погибшим во Второй мировой войне. Президент Порошенко ко дню памяти открыл фотовыставку «Четвертое поколение» у монумента «Родина-мать». Здесь представлены 16 фотопортретов украинских военных, которые держат в руках фотографии своих дедов, воевавших против нацизма. Ближе к вечеру глава государства примет участие в акции «Первая минута мира». Беззаперечным є подвиг украинского народа и наш великий внесок в перемогу антигитлеровской коалиции в Другой світовій войне. Я висловлюю нашу глибоку повагу і шану всім борцям проти нацизму. Низький уклін вам за ваш подвиг, за вашу перемогу, дорогі наші ветерани. Цю виставку слід сприймати як символ нерозривного зв'язку різних поколінь захисників України. Вітчизну сьогодні боронять нащадки воїнів Червоної армії, Української повстанської армії. Вони шанують своїх дідів і прадідів.